17 апреля 1944 года была освобождена Балаклава, первый пункт на подступах к Севастополю. С ноября 1941 года город подвергался гитлеровским атакам. Санинструктор Калюжный вспоминал: «Немцы постоянно обстреливали жителей города. Как в Средневековье скатывали со скал на дома бочки с горючей жидкостью, с самолетов сбрасывали не только авиабомбы, но и куски железа, шпалы. Все это жутким шумом летело на боевые позиции и жилые кварталы. После 2,5 лет яростного сопротивления маленькая, но героическая Балаклава была освобождена. До победы оставалось 386 дней».